Югорчане могут вернуть часть затрат на спорт. С этого года можно оформить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Это можно сделать через работодателя, начиная с 1 января 2023 года самостоятельно, через Федеральную налоговую службу. Главное, чтобы фитнес-зал или секция была включена в специальный перечень организаций. В него входят 86 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей Югры из Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского районов, Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска. Это организации 17 муниципалитетов. Добавлю, сейчас региональные комиссии продолжают рассматривать заявления от спорткомплексов и бизнесменов. Так что перечень организаций постоянно расширяется.